Наверное, конечно, будет не Так, да, очень. Тимош, поддержка. У нас наземка сильная. Я Егора хочу видеть на земке. Так. А я на параш. Я тоже. Ого-го. С тобой, Ревенч. Короче, Ревенч, твоя параша. Короче, Ревенч со странником идут на холмы налево. Вот это ты нас красиво на параш. Санек, ты на центре, и мы с Кириллом идем в лес. Ура. Наконец-то я нормально отдохнул. Ревенч, я на параше англичанской. Я тоже. Заебись у нас. Ребята, да не надо, вы сейчас срете и просто вот это можно. Это моя любимая бригада, чем мне не можно, нельзя на ней играть? Или мне это... лучше? А не, играть-то можно, но если этот... Санчес, если это повлияет на результат, ребят. Играть можно, выигрывать нельзя. Санчес, мне нужно, понимаешь, АГС на холмах. Да, у них единственных есть АГС нормально. У кого, британцев? Да. Так и у немцев есть АГС. Он большой. Там пехоты нет. А этот, а этот маленький, да, подъехал, да. Удобно, покидал и уехал. Помни, Егорка, шаришь. Ребят, тему. Тихо, по очереди вертолеты берем, чтобы не распиздиться. Я не буду вертушку брать. Я немцев беру. Бизон будешь? Ну я возьму чуть позже, я бери первый. Кирилл, для тебя метка, я иду чуть глубже, с краю карты. Ты направо едешь? Тихо. Ну прям на холм, да, мне к школе надо. Да. Ну ты наверх, быстрее долетишь. Понятно, ничего не будет. Я ж не жалуюсь, если мной больше. Санчес меня отучил от этого. Так. Поехали, товарищи. Надо их задать. Спасибо тебе. Просто хочу выразить. Хоть где-то я отличился. Ладно. Блин, а почему тут не сразу доступен этот АГС, а у РФ сразу доступен АГС? У РФ только фугасная, а здесь пульсивный. Да, ну натовская ГС нереально делает, хозяйчивый. А кто-то говорил, это машинка в британцах будет бесполезной. Но я первый раз использую. Я сказал, что она мне будет очень полезна. Да, да, она. Тигр, потому интересно. Что РФ заебется. Так он не сегодня... убивается. Не, он убивается, кстати. Ага, мне его сегодня убивают. Так, Асус и Дольфин убрал. Я тебе помогу танк законтрить, танк помогу законтрить. Он походу на гусли. А, нет. Большая просьба, вот этот холмик держать нам. Я тут поставлю уже свои войска. Пока тяжело. Блять, я не дострел, но убили шилку. Yeah. Блять, ёбаный тир. Я не могу в него попасть. У них Димка на наземке, если честно. Похер. Они левые, Димка. Понял, еду. Варюр хороший. Кирилл, добивай его, его надо добить. А как у меня два танки? А, ясно, они сразу же, когда он Дим умирает, второй на пулемет пересаживается. У него есть два танкиста сразу. Блин, отвлекся. Барабу, привет. Так, ну что, у нас повсеместные проблемы непонятные, да? Не, нормально. Нет, шотнули. Я бы не сказал, что это нормально. На центре ничего нету. Пехота еще не грузила. Прямо один танк строится. Пожалуйста, дай мне шанс, я тебе. Спасибо. Теперь начнем. Как? Сука. Блин, он меня нагусил, капец. Что он поводил? БТР выбей, тогда и пехоту ее. Да этот БТР может выбить? Какой БТР? Ну вот по метке там БТР внутри. А, потом. Это не моя метка. А, блин. Странник, ты сможешь? Нет, мне и так там. На баках пулемет. Я сейчас танк выбью. Ему так везет. Впереди противник. Да, отъехал. Ну так, практика идет еще. Так, туры где? ПЗРК чтобы. Да нет.
Отряд пехи, смотри, как мне сейчас Димку тупо мочить. Тупо Димку смотри. Заклэ, это ты мне Димку смел съешь? Ну? Сейчас он не ты заклэ, Димку смел съешь? Гранатомет. Блин. А у меня такой рад. Блин, я сохраню здесь. Так, так. У меня танк лагает. Тихо. Вот виснуть не может. За куста горящего. И да, отвискать давненько. Кирилл, высаживайся в лес, надо танк прикрывать. У меня нет пока пилота. Нахер я больше на тебе танк буду. Да? А у меня нечем, мне все танки. Вертолет, вертолет у нас. У меня есть чем контролировать. Кого? Есть, есть, есть ПВО. А кто на авиации? Ах, она дади. Чёрт, выбили арту мне. Я еще не успел ПВО развернуть. Реально, что у меня нету танков, ближайший через 20 секунд. Но я ничего не могу сделать, у меня радар застрял. А я читер, пацаны, все. Сори, блядь, но я чит. У меня очков схуяли, то так дохуя стало, чем у меня. Короче, этот танк на грусле, его в борт. Сейчас я нет. Добью. Благодарю. Вертушка ко мне? Я на другом фланге. А у меня мистраль есть. Он меня шел. Томатус летает. Прикольно, давно он не летал. Давно не играл. Наверное, потом. Засу с капитаном пошел. Вон сам все это ставил. Сейчас долбану снарядиком на центр. Скопление в технике. О, какое-то скопление, да. Да, чё дорогой? Ну они прочухали. Да, у него ПТР завис. Я вроде попал только. Чё-то с откликом проблемы. А нормально, что пусть такой приезжает, а в нем три чела десант. Это что, норма, блядь? Конечно, да. Охуеть, блядь. Ты че, блядь, в розы? Туров нет? Нет, тогда я все выбил. Снесете сами? Чем не сносить-то? ТК-52, он уже против ДЗРК внизу. Ну, я на другом фланге ПВО развернул, я не могу сразу все фланги прокрыть. Ну а нам так, ну с КЗРК, давайте. О, благодарю. Ну мне правда там тоже повреждал. Но на самом деле мы стреляем дождь, если он бомб летит. Нет, не дождь. Хвост он не убиваем вообще. Ну, с КЗРК. Давайте я пришлю туда Роланд туда. Ну это долго. Роланд его идеально сделает. Просто это долго будет. Там меня вообще безнаказанно пиздит. Ну, то есть это параша доедет. Сединку вошел, а не вошел. Я бы как здесь взял. Давай, Аллах, помоги! Блин, рядом. Да! Пойдет, блядь. Ну, не, и пока тут вертолет, я ничего не сделаю. У меня на него... Едет, едет. Два пуска и ничего. У меня только на 50% поломано, перезарядилось. Ну, он меня расстрелил. Ну, сори, просто как бы сам кружится, блядь. Ну, ладно, ладно, сейчас мы его снесем, Роланд едет. А чё, фланга нет? Познавал ты как-то. Ну, а сейчас он еще имеет, ПЗРК нету. Ну, просто один К-52. Так, ладно. Он же с пушки меня расстреливает. Спокойно, у него пошли ракеты сейчас. Мимо. У меня очков... Мимо.
мимо. О, мимо, это плохо. Ну все. Ну ролл, конечно, минус, а то летит уже сам. Ну, нормас. Я думал, он выжил. Хоть что-то. И не один кусок был. Так, вот только сейчас тут. Реально, что убьёшь диверсанта? Как я убью, блядь? Я на волоске от смерти. А, я тебя принял. Я ему скрин кинул. Сейчас кинул. Че, фарш, у тебя же закрыт. Да, закрыл, конечно, мастер, но, блядь, лучше не фарш. Че, люди, БТР живучий такой. Так, Рейвен, сейчас тебе будем помогать, артой. Да, мне надо просто ПВО, потому что... ПВО, ну понял, перегоняю ПВО на другой... Сушка летит на... Опять в том же месте. Блин, я только тут ПВО начал перемещать, ну блин, ну все. Нет, арты. Ну блин, поздно. Ну я не справляюсь здесь, на... здесь карта большая. Надо здесь, ну да, играть. Тут сложно, тут сложно. На русской арте это бы еще что-то сделал. Нет, нет, нет. Мне не хватает дальности. Ну, сам-то дальность больше. И теперь нормально работает, но просто карта очень большая. Да ладно, нормально, бывает. Ну ладно, сейчас мы их снесем. Так, ко мне летит. Уже пошел пуск. Ребята, вы видите, что я на поле делаю? Сбит. Сотри. Чё там? Блять, почему это всегда со мной происходит? Тебе дом снести? Меня перевернет тут. Но это всегда со мной происходит. Блядь. Аккуратно, попробуй дом снести. Погоди, ты можешь ехать сейчас, едь. Назад. Задом едь. А теперь вперед. Нет. Вот так, чуть-чуть поддёрг. Нет, надо, наверное, был Санчес. Колеса не трогай, да блин. Да, я вообще с прямого вышел. Я тебе говорю, колеса не надо было трогать. Прырка! А, все поздно. Ракета же сама полетит в него? Нет. Так у нее ШРЛС есть. У кого? Ракета, она слабенькая. Ребят, пожалуйста. Вот, Ревенш, давай больше ты меня не будешь все-таки отвлекать, а? А как я отвлекаю? Ты мне начал показывать, что там у тебя с Роландом, вот и все. Ребят, у нас две арты, что ли? У нас одна арта. Ты, конечно, не спецом, но тем не менее мы потеряли радар. И ПВО сейчас нет вообще нигде, а не только у тебя. И у тебя оно появится теперь в последнюю очередь. Так, Санчес, я пока не работаю. Да, я сейчас, у меня танк приедет. Я коплю на пуму, я его буду разрывать, ребят. Я теперь буду копить только на ПЗ. Где танк едет? Танк едет? Бэху есть чем убить. А где? А. Вон, по карте, какая карта? Тимош. Пусть едет. Нету пусть ничего. Едет. Разумею, пока бы не отвлекали. Давай-ка сейчас не пиздим. Сейчас пока есть только ПВО. И то, если на центр проезда не будет, до первого проезда было. У меня тут стоит ММП. Есть еще гра... Оп. Самолет. Я чувствую, моя ММП жопа. Надо перевести срочно. Что за самолет, где он? Да там ПРР, скорее всего, была. Вот тут где-то летал, вот он. Ага. ПРР, СП-4. Спокойно. Сейчас я ему танк в кокошу. Пошла, сейчас будет мистрайка, пошла первая. Сейчас ждем, пока он стрелит еще разочек. Нас спытает. Чё-то челленджер. Спасибо. Нет, не сносим. Не сносим. Сейчас я с вами ставлю эту свою цену. Блять, ну почему британцы такая поражка? Ну зачем я их делал ради долбанного АГС, когда они просто сносят? А не я, чё ты, блядь, чувак? Ну блин, так, у меня все, все ваншотят. Все. У меня ликверти больше, чем. Так, град у нас есть. Я ничего с этим танком не могу сделать. Один на правый фланг, один на центр. Конец. Вертолет полетит.
Я теряю вертолет, уже третий танк. Слушай, ну Ревенш, ну я ничего уже не сделать не могу. Да я ничего не говорю, просто как мне обороняться от этого гнючего вертолета? Как? Надо меньше бомбить. Вот и все. Да, я не бомблю. Если бы я бомбил, я бы уже в второй комнате сидел. Просто, ну, я хз как его убивать. Ревенш, тишина в эфире тогда. Будем работать сейчас. А Тимаш, по деревне лучше отработай. Нет, у меня только один пакет. Бизон у тебя также лопаются. Да нет, это первый лопнувший. А теперь. Так, вот сейчас вертолет мы снесем. Он уже не уйдет. Вот второй. Лучше. Ну, они. У меня единственные. Ну понимаешь, я все очки сливал только на танке, чтобы против танка сделал чуть-чуть на пехоту. Что там у нас проезжает? Вообще танк трясется от того, что. От того, что лаги везде. Ну, а вертолет упал. Это он трясется. Блин. Да он раз трясется уже, нет, ебаный. Рен, сейчас я возьму экстрактор и буду убивать Бэху. Да смотри, он надо вот с танком помочь. Так, Рен, что ты меня сейчас опять отвлекаешь, сейчас мне опять что-нибудь. Да я говорю с танком. Боже, ну блядь. Ну че за лаг-то? Гранатометчик перестрелял пулеметчика. А я-то это вижу. Ха. Так, внимание, у нас пролет сейчас будет. Но у меня полно нету, сори, мне убили это. Так. Да, у нас сейчас танк проедет, потому что мне тоже его нечем контрить. А, Пума! У меня есть еще одна ракета, сейчас мы снесем его. Все, танк проехал, самолет пролетел. Нет, самолет не пролетел. Нет, самолет пролетел, собственно. ЗКВ отключился. Ну, тут ползают. Ну, ладно, все. Больше нет радара и нет ПВО никакого. Ну стреляешь, что ты смотришь? Убью наверняка. А, не убил меня. Нас сбили. Санчес пилота задави. Ну тут танк. Подожди. Арты не будет. И проезд танка у нас, да? Ну да. Ладно. Мы можем с этим что-то сделать или как? Ну, сори, но мои танки не сутся, и три из них отступили. Блин, ну... Так, сейчас это пехота оттуда. Там живой хотя бы. Бля, танк приехал. Сейчас и за танком лучше. Сань, все сейчас здесь. Подождите, тут прорываю план. Если ему в корму-то может влететь. Нет. Ага. Не стреляйте, он не может затрофить. Давай, Сань, сюда ему башню. На лучше пушку. Это башня, это там пушка? Это Антая отгоняет пехоту. Да, в тихую часть. Вот так, да. Вот, все, стоп. Отлично. Нет, теперь фугасы чисто. Не надо. Пехота пить. Ждем теперь. Сгорит, не сгорит. Сгорит. Сгорит, значит сгорит. Ну все. Да, ТПО у них так, почему-то совершенно. Я тебя сюда да, подгоняй, тебе тоже подкину. Надо мне мой. А, для парца. Ктур, блин. А, это. Ну ладно. Мрян, сейчас через мой фланг просто будут кататься, у меня 40 очков для чего? Да чего? У меня тоже 40 очков, один танк на пехоте. Я могу где-нибудь заминировать, только у вас фланг широкий, они объедут. Я лучше на правом фланге заминирую, и у нас справа можно снять будет кого-то одного. Но мины будут через мой. Я не устаю, у меня авиация все выделяет. Кто у нас командир? Я? Санчес. Ладно, я еду. Не снимаю. А, так, а, Кирилл, давай, да, помоги. Слева не справляемся? Такой пехоты бы понадобится. Ладно, Кирилл, давай иди. Но туда, я пока здесь. Вертолет десантный на правом фланге. Блин. Тут... Так, обычно я нашел. А, не выманишь его. Зря! Жопа ему. Это ССОшники, да? Угу. Папа. Забьешь его вертолет или как? Конечно. ССОшников убивать, что-то все. Все, забей на сейчас убью, уже подлетаю. Забей на вертушку, выбивай пехоту. К вам танк едет еще один. Я его тут верну. Как же задолбала эта камера.
Да, танк в зоне поражения, сейчас еще танк уничтожим. Ребят, вверх пролетает, я не знаю, ракеты по нему стрелял, ему не попало ничего. Да, Димыш, уводи их сам. Да че, сам ты? Или разворачивай. Кого есть, но... Он миновал его. А, это транспорт. Он не вооружен. Он светляк. Да, он светляк. Ну это... Вот она на левый фланг, только ждите. Пока он перед вами. Его на левом фланге есть, он минует его. Да серьезного нет. Да и фланг вообще не может. Пейзер, пожалуйста, сбейте беспилот. Это место закроется там. Пока невозможно. Правый фланг минирование. Так, у меня пока пехоты нет дочков. Потом кину бы цель на карту. Все, я перезарядку победу. Трактор. Это танк. Подождите, ребят, танк. Да, пехи у меня едут, сейчас дырка тоже. Кстати, казачий этот челленджер на сильном опыте. Кстати, от ракет, да, он почему-то прям вообще не... Не говно, он нормальный. Раньше... Тут высадка. Нет, не высадка. Там где-то ремонт был. А, норм. Ребят, тут барабум обосрался уже, по полу. Вот верху была. Как он была, вижу. Работаю сейчас по полу. Фу, это бережок. Сорян. Я тоже бережок. Я вижу эти забегания. А, я уже вижу. О, БВ. Залежал. Повезло, чуть не слил. Надо. Сам, он с Ромом, я ему повыше стреляю, он не слил. Не так там. Mm-hmm. Ну я тебя в защите держу. Блин, не достаю. Не едь, не едь, отставить, отставить. Правый фланг порвали немножечко, да? Да, 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 ребят, он развалился. Отлично, дальше наступайте. Ну наступаем. Там Санчес наступает. Кирилл, я не знаю, может попробуешь? Пока я... Помочь, слева надо восстановить. Сейчас... Я слева помогаю. Я боюсь, сейчас танк может приехать, и я отвлечу. И танк приехал, ребят. Ребят, у них арта или что-то там, не знаю. Там мне хотите ПМП стоять. ПМП это не танк едет. Диверсант. Диверсант. Димаш, уводи. Димаш, уводи Ларс. Да, увожу. Сейчас убью этого гада. Это летчик, успокойтесь. Убить. Там себя не убил. Да, нами, кстати, так, с 80-кой может кто помочь? Так где беспилотник-то? Я уж... Помогу. Я там... Давай на ней. За мной. Сука. Заряжаюсь. Ну, ребят, ну что, не убили, что ли? Да подождите, сейчас возьмите продукцион. Ладно, это ладно. Не так опасно, как один летит. Понял. Она просто отсюда людей высадить просто, и все везут. Мне танк взорвало. Да, сейчас. Я увожу БВО, потому что, блин, невозможно так диверсант будет. Так, где там мой боец? Сейчас танки буду уничтожать. Уводи быстрее его. Да блин, привод. Бизон, убей этого гада. Да все готово. Отлично. У меня есть 2 ММП на миднайт, а вы на веб-сайте. Я 27-й гоню. Беспилотник собью я. Вы главное... Все, так. Нет у тебя про нет. Я сейчас перезаряжусь и тоже уничтожу. Я ж делал и... Я бегаю по всей карте. Да, БПЛА, бей, я танк. Ну, типа занял, но я еще не... Ну сложно, но ты да, себя снимешь. Да не, понятно, что... Сейчас хана будет. Ну за кого, уничтожишь там ММПшкой? Пит уже. Так. Давай. Ай, блин, чуть-чуть не хотел дать. Все, я сам добью ее, не надо. Давай. Так, где у вас пехота есть на фланге на этом? Вражеская. Санчес, аккуратнее, не раздави мой грузовик. Блин, взорвали его. А сейчас беспилотник пролетит. Куда он пролетит? Да, я с ним беспилотником. Вот тут пехота много стоит, прям рядом. Давай. По линии. Вижу, еду. Вот смотри, вот от этих камней она стоит. Я понял. Сейчас будем накидывать. Димаш, я экзактор использую как ударный беспилотник. Так это и есть.
Вот, покемоны зачели. Все правильно. Так, а слева беспилотник вражеский. Да я знаю. Откинешь уже на нем работать. Я поработаю по нему попозже, когда он поближе подлетит. У нас опять наши слева. Понял, принял, сейчас поближе подъеду. Далеко. За меня давай. Близко. Я попал тут всех учащаю. Он заебал тут. Блин. Камень. Он даже не попал, но у меня затрясло. Попал. Ну, в смысле, он не попал по БМП, он в метрах 5 попал, меня подкинул. Дарная волна точно прошла. С БМП 3, тогда ударная волна. Ты, ну, не... Да, сотка. Не бывает. Ладно. Просто раньше таких не было. Ну, я, по крайней мере, не замечал. Так, Бидон, ты там был Б-комплект, он живой еще? Да. А ты же тогда никогда не экономил. Ремж, я туда перевожу как-то. Нужно так, прикрыть. Так, странник, можешь пехоты подкинуть? Куда? Ну, на свой планк сюда. А у меня уже едет. Мне кажется, кстати, что у них демка может меняться или что-то типа того. Ребята, мне отсюда с леса тогда вывели. БМП-3. БМП... А, 40. Ревенч, Ревенч, слышишь меня? Чем? Град готов. Давай градом долбанем. А, то я не знал, где у меня тут цель есть. Левый план. У вас есть цели, да? Сейчас бесплодником светану. Сейчас мой правый будет. Кирилл там обходит. Без арты проломите? А ну, что-то с вторыми МВБ хитрить. По месту наступления идет. А у меня где бы на ВБЦ прямо. Я кидал арту на центр право, а Ларсом лево долбит. Давайте, поехали. Ну сюда, наверное, нормально сейчас. Да. Видишь бы, бля. Там станция управления. Там, управления. Что, там еще что-то. Ну, ладно, ребят, я вам помог, пошел в телефон восстанавливать. Благодарю. Я думаю, я неплохо вам помог. А че толк? Даже шутки не мистерство. Так, да, тут уже конкретно меня начинают ломать все. Да, надо устанавливать. Меняется, слышите? Ну, 100%. Так, значит, я больше ПВО не беру. Па, я наоборот побольше возьму. Это БМП-3, это последнее, что я серьезно увидел. И плюс пехоты, ну, крайне мало здесь. А БВМ-ка? БВМ-ка... БВМ-ка приехал, танк. Сразу умер. А, да, не Тимка же, а... Никак. Да. Так, так, направо нужно помощь трактора? Пайк. Ну, да, там... Ну, а, ладно, еду, одна у меня ракета осталась, потом на пополнение. Ай, блин, на трак. Если нужно пополнение, вот. Я сейчас это заберу. Давай, я сразу туда пехоту веду свою. У меня тоже 20 минут прошло. Не, а я с хорошей машинкой слезать. Только БК делай и по полной забивай. Ну, настолько я не упарываюсь, не успеваю. Ну, за 100, реально не хватает, если нормально меня. Ай, блин, ребята, ну, а у меня обходит, я уже просто не вижу. Или уже даже летит, возможно. Нет, еду еще. Я сейчас до сюда доеду и начну работать по танку. Санди, все, все, вот это место я сейчас займу. Тимаш, у тебя прилетело ПРР. Я где? Понимаю, тут танк, понимаешь? Да. У меня танка нет. Да, надо. Я не убил уже. Ну. Спасибо. Спасибо за предупреждение. Пригодится. Предупреждение, а потом бам. Либо он накопил на ударник. Такой вариант. Так, я перевожу тогда радар. Да, Райхатрик, кто... Ребята, у меня два танка. И я без танка. Кирилл, есть танк, бери танк, нужен. Нужен танк. Это у них? Да. А, все норм. Я шел купаю. Сорян. Ты можешь, я шел купаю. Надо покупать. Трактор разворачивается. Да, там где я могу только работать. Топливо у кого-нибудь есть? Да. Ну нет. У кого? Вот пометки стоит. Ага, спасибо. Пуск пошел. Корнет прямо на холме. У меня очень. Да блин. Ребята, у меня два танка. Я пехота это не сдержу, один скоро умрет. Сейчас.
Санчес будет. Я говорю, ММП уже поднес, но просто я пока еще не могу ей заниматься. Я тут там. Все, я на перезарядку летаю. Так, ударник, да, пошел? Он не туда стреляет. Зарядки. Шилка А я уже выключил. Да. Я видел. Успел, успел. Теперь я включу. Так, пополнение где? Пополнение вот здесь, но тут пусто. Могу этот скинуть. Да не, можно этот скинуть. Санчес, тебе скоро приедет БМП-3? Внимание! А, до БМП-3 пофиг, я танк жду. И штурмэс. Отлично, но он медленный, понимаешь, штурмэс такое. 37 очков у меня сейчас будет этот. По пополнялке. Нет. По пусковой, к сожалению. Ну ладно, я уже не успеваю ее увести. Короче, Санчес, слышишь? Дотянулся, блин. Танк умер у тебя один, да? А, один, да, один здесь, этот я сейчас будет на 6-й, 30 очков, и ему конец. Он меня пошел спайк на 147. Сколько ракет ушло у него? Нет, управляемая вторая. Понял. Я его затрачил, кстати. Слышишь, если ты стрелял к нему ромбом, то он мог тебе обычно стрелять, я пока не стрелял. Потому что я ему, он пишет, даже что на 150 я ему стрелял. На самом деле тут куда не точно не всякие здания, но не знаю. Ну, Петр, слышишь, что когда он БРР-ку пустил. А нет, еще одна хашка летит. Понял, хашка, включай радар. Если он на мной полетит, управляемая, то управляемая. Переводите. Спокойно. Черт, мимо. Пролетело мимо. Блин, ну сейчас мне... Ну, Ларс. Минус Ларс. Да, ну ладно. И снабжение. Недостаточно ПВО все-таки. И надо... И это тогда, конечно, мы будем вырубать этот... Слишком уж он опасный. Штурм стоит. Если есть чем убить, мне будет хорошо. Да, ладно, понял, сейчас. А кто-то хотя бы раз видел, как Карл Густав танк убивает? Да. Только что на прошлой игре Санчес танк уничтожил. А он вообще попадает, что ли? Жду задания. Ну я в упор. Ну ладно, ладно, тогда еще поверю. Не, он попадает вполне. Он по навесной трактуре. Я ими БМПшки убиваю. У него этот что сообщить, как не знаю, что он говно крыс. Давай, ну мне туда. О, спасибо, Тимас. Так раньше, моя залупа практически перезарядилась. Нет, ничего изо рты, да? Где? Куда надо? Ща, я этому говноеду. Да тут пехоты много просто. Уже летит. Ревенш, 10 секунд терпи. Навожусь. А я танк убрал или нет? Кстати. А, не убрал? Сейчас я подтащу. 10 метров, Санчес. 5. Нам сюда общий пуск. Пуск произвел. Хотя, если это танк, пару метров запаса. Сейчас будет пуск на спайка, Санчес. Че, хуяришь? А, нет, сейчас подожди. Да, на подлет. 5 секунд. По пеху целься. Санчес, что ты творишь? Я так и делаю. Я он уже подчинился. Ну, видишь, он не слушает. Оставлю на центре тур. Я не успел выстрелить. Ну, не хочешь, как хочешь. Не, он прямо не, блин. Я смотрю сейчас, куда он едет. Быстро, кстати, Тима, слышишь? Я не слышу, и я не буду слушать. Я занят сильно. Капец. Все баги потом, после игры. Уезжай. Тур выбит. Один. Отлично, еще вот бережок. Молодец. Который истратил в ракеты на... Красиво, так. Саня, сейчас приедет этот. Танку конец, он не добит вроде. Нет, он не забит. У меня закончились ракеты. Сейчас так, перевожу ПВО на... Это Димка, и он на МРП. Я понял, ну я сейчас подъеду. Я прям брошу ПВО, ну хоть человечку. Ну что, будет пролетать или как? Ну вообще, у меня ПВО не убил. Сейчас Мистралька, а Мистралька отбивает. ФЗРК только разряжается. Я еду, конечно, но, блин, далеко. Рэндж, замись. А, то я уже все. Я уже свою смерть кинул. Так, одну ракету я у него отвел. Далеко и близко к фронту слишком. Так, давай, и прям в рожу. Давай, да, прям через... Надо вверх. Санчес, не лезь на него, лучше вымани. Ну, он уехал, все. Чё ты не гоняете? Чего?
Я пока что-то какие-то лаги начались. Вот, сейчас мы высечем. Слышишь, Сантис? Да, погоди, сейчас он бочина ездит. Да пусть едет, я просто не буду тащить туда ближе, чтобы его не убили. Он на гусле, он на гусле. Пусть еще так печь. Так драться или что? Это эти ракеты. Нары. Они убер мощные. Вертушка летит на это. Я пытаюсь ее долбать. Она не сверху, это опасно. Кто пошла? Ну на ней Димка, и он может составить проблем, потому что его сбить нереально. Это какие проблемы с наведением у меня, не понимаю. А может так, он смотри, Витебск? Нет, не Витебск, я же, у меня радарные ракеты, я не могу навестись маркером. Шилку покупать, но я сделаю в ней рабу. Я зайду тебе сейчас в бой, и ты полетишь калату. Я буду как Сирии с браунингом сбивать. Он далеко просто. Смотрите, блядь. По тех тур уже. Сбил браунинга! Да ладно. Красавчик. А я, кстати, по нему помощь. Санчес, где пехота их сразу? Так, странник, теперь восстанавливайся. Чё ты с браунингом там сбил? На 52. А, ты видишь странник? Это опять... Да ты не езди там. Да чё не езди? Вот там езди, чё я. Это всегда со мной плюс. Короче, Санчес, дельфин сейчас почти выбит, так что надо срочно пушить как можно быстрее. У дельфина пусто вообще. Нет, где пусто? Да вот слева? Где-то здесь первый. А, это вот там. Я на левом фланге тогда сейчас помогаю пока. Да помогай. Уже нет, нас все зашибись. Блин, вообще... у Аякс закончились уже бронебойки. У меня мало там, да. Так. Я дополнительные загружал. О, так он на гусле. Кстати, ты что ты молчишь, что он на гусле? Да, ладно, я пытаюсь его распространить. Забей, не трать снаряда на него. Блин, так, экстрактор, сказал, полторы перезарядки. У кого миномет? А, это наши минометы. Ну, центр, Тимош, да? Тимош, короче... А, ладно, все, отставить. Бомба есть. Я работаю по центру, пехота. Бизон, уходи. Блин. А, ты выбил? Легко там, сказать. Да? Санчес, добить? Пуму добей, да. Че, нечем его. Перезарядка еще. Коплю на ПЗАш. Ясно, время же, как обычно. Коплю потом, когда отстреляется ракета. Да, здравствуйте. Одно деление осталось. Тимаш, не отвлекайся. Какой? Что-то танки... Что сходишь с этими? Танки остановите? У меня еще перезарядка. У меня сейчас последний прорыв пройдет. Тимаш, слышишь? Не слышу, что там. Не отвлекайся, конечно, но у меня все третий танк. От застревания. Я отвлекаюсь. Так, внимание, радар. Пошел ударник. Он по моей. Нет, этот не... О, да. Блин, мне гаубицу вынесли. Это да. Ну ладно, я сейчас все равно хотел туда попасть. Слышишь, Тимош, потом не убегай. Ладно, блин. Ракета не навелась, черт. Готовим ПВО. Сейчас он начнет долбить. По тебе БТ, Кирилл. Ома, да, Женя. Кто где будет моего БТ-2? Эх, движок поджег, сука. Так, Санчес, у тебя есть бэкап, как надо перезвонить в БТ-айпа? Да, они чинили ЗКВ, вот тут есть. Вот здесь. И вот здесь почти полны. Окей, еду туда. Я без пехоты, без сумы не полезу. Все, Сань, похожу, у меня кончились. Ага, я хочу. Так, внимание, пуск пошел. Прорыв. Тут это. Так у них армата. Армата где? Могу купить там. Да ты, я в принципе ракеты не буду перехватить по человеку. Я на хану попадаю. Так, ну мне. Меня не успел. У меня тунгус. А, кстати, у меня же там спайк еще. Тимош, у тебя ПЗХ скоро будет? Она может купить сейчас, но нужно сначала, чтобы он третью ракету выпустил. Боже, как это неприятно. Когда выпустит, пожалуйста, вот тут закроешь. Ладно, как только, так сразу. Угу. Так, значит,
Ты пока выманивай на своей, танке. Я куплю сейчас еще. Сейчас Леклерк уже есть фронт как раз. Перехватить ракеты-то подлетающие. Проблема. Шилка не успела. Ладно. Он это ракеты играет. Ну, у него наземные поддержки. Это в принципе видно. Санчес, а может мне его там... на... то, что там, очков развести? Так. Внимание, летит! Бомбер справа. А, нет, все-таки угу. Есть. ЗРК-шники должны работать, но еще ты их не вижу. Так, вертолет взял налево. Жопа, мотор. Вертолет на прикрываю. Я специально посмотрите его до 160 очков. Так у тебя вертолет. Спайк пережил. Да. Дорогой. А Герман, ну, у нас очки похуже. Есть. Я, короче, заскриню вот эти танки все, да. Я просто... Ну, кстати, челленджеры что-то правда. Он на гусле, правда, Кирилл, на гусле, на гусле. Прям подводи блюдо. Ничего, ракета. Тут два самолета в одном месте. Странник, готовься, сейчас будут ракеты. Сейчас есть башня. Есть, башня сломана. Слышишь, Санчес? Отлично. Башня жопа. Отлично. Выключил. Надо пушку бы ему сломать, а я тогда пумой могу двигаться. Я скажу, когда включить. Я и в башню садил, думаю, надо... Пожар, ракета. Включай, 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 включай. Отлично. Молодец, выключай. Всё, Санчес, танки. Всё, убивай меня, просто отвлекли. Там опять... Выключай, выключай, выключай. Включай. Избивать ее. Бей их, второй. Молодец. Блядь, это слава, слава. Армата, слева армата. Интересно. Подожди, Санчес, бей вторую гусеницу. А теперь я сейчас отстану. Если что, мы пушим дело двойное. ПЗШ подходит на центр. А, все, сгорело? Ха-ха. Нюхай, знаешь что? По-моему, ёбнули. Знаю, так и думал. Пролет слева. Это за вертолетом. Это по мне, да за шо? Ну и так мне получилось. Спокойная ракета пошла. Бомбер. Бомбер сейчас. Но он бомбы уже. Ракета куда-то не туда пошла. Это помехи. Готовим ПВО. Блин, много снес, да? Да. Мне, блядь, так снес. Ну, у меня что-то не захотелось. Да все, сейчас его снесет. Все, армата нет. Но меня снесет к себе. Радар. Тупо на армату все ракеты включаются. Я всегда... Так, повредили мы его. Ладно. Дальше работаем. Так, помощь жива. Ебать. Значит, я пока по пехоте работаю. Так, давай. Я работаю на центре ПТРК. Их очень много, и они агрессивны. Да. Вот это очень хорошо, вот ты их уберешь. Лучше я... куда-нибудь направо-налево. Я все равно центр. ПЗ с четырьмя юнитами, сейчас я отработал. Он казом нет. Позбивал все. Выбей, выбей на центре, ты слышишь? Блин, давай, упади, 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 упади. А, я армату выбил. Все нормально. Ты знаешь, что... Ударный. Короче, ты ударный идет. Ты его убил, и он казом продолжал избивать на тех. Что значит убил? Кого убил? Армату. Я не убивал армату. Не-не-не, странник убил. А она после смерти продолжала это, откидывать казы. Она совсем... Если она... Внимание, пролет слева. Готовим боксер. Ай, Сергеевич, готов боксер свой. Вали боксером. Я... Бузон, за Бузон, Аякс. Ну, не успевает. Ну, почти... Тимаш, ребят, ну, зарешали?